четверг в Самарской области небольшая облачность, местами пройдет дождь. Температура воздуха в дневное время плюс 14, плюс 18 градусов, ночью 6-8 выше 0. Ветер северный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани небольшая облачность, днем плюс 15, ночью плюс 8, ветер северо-восточный 5 метров в секунду. В Тольятти безоблачно, днем 16, тепла, ночью 8 с плюсом, северный ветер 4 метра в секунду. В Самаре солнечно, днем плюс 16, ночью плюс 6, ветер северный 4 метра в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 43%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.